Инструкция по заполнению онлайн-чекин на линии Кунарт. Значит, точно так же переходим в свой кабинет, раздел платежи, квитанция, находим бронирование, посмотреть квитанцию. После этого открывается номер вашего бронирования, копируйте его. И в этой же квитанции нажмите здесь для регистрации. После этого переходим на сайт компании Кунарт, где вписываем наш скопированный номер бронирования, имя, фамилию и дату рождения, месяц, дату, год. Соглашаетесь с условиями и логин. Вы находитесь сейчас в кабинете своей брони, где вы можете увидеть всю необходимую информацию, сколько дней до круиза. Вы можете здесь посмотреть экскурсии, напитки, все, что необходимо вам для круиза, вы это можете проверить. Даты отправления проверяйте и порт отправления. Что здесь мы увидим? Мы увидим, что можно будет пройти чек-ин, и когда вы будете уже приближены к дате отправления, принт, ваши электронные билеты и бирки для багажа. Здесь на сегодняшний момент написано «Not yet available», это сейчас недоступно. А вы можете пройти и прочитать, какие условия, когда будут доступны ваши билеты. А здесь будет написано, что ваши электронные билеты и бирки для багажа вы сможете распечатать за 3 недели до отправления, если вы заполнили все необходимые данные, ваши персональные данные, и если уже будет присвоен номер каюты. Также написано такое пояснение, что в случае, если у вас все сделано верно, все заполнено и соответствует этим условиям, но билеты не... Вот написано, да, что если вы пытаетесь выпринтовать ваши билеты и бирки для багажа, но нет возможности это сделать, то, возможно, просто нужно перезагрузить страницу. Просто вы можете кликнуть с этой страницы на какую-то другую, например, before you sail, до того, как вы поедете в круиз, да, ну, любая страница. И после этого вернуться обратно на booking summary, и тогда вы сможете распечатать ваши билеты. Это все будет доступно до круиза за, как тут написано, 3 недели, да, или... Но не забудьте, что это необходимая процедура, которую нужно выполнить вовремя. Итак, что мы здесь можем сделать? Еще раз напомню, что вы можете здесь посмотреть все про экскурсии и другие необходимые ваши желания. Ну, допустим, вы хотите узнать, что такое напитки, какие там опции по ужину и так далее, какие есть процедуры. Это все вы можете здесь изучить на этой страничке. Нас сейчас интересует вот эта вкладка «Complete Personal Details». Это и есть процедура онлайн-чекина. Вы вот видите, тут есть несколько вкладок. Вот первая вкладка «Персональные детали», ваше имя, дата рождения, адрес проживания, мобильный телефон, email. Вот если здесь стоит «Completed», то это значит уже заполнено. Так нужно будет заполнять, естественно, на всех пассажиров в отдельности, да. Сейчас мы говорим про одного первого пассажира. Дальше. Паспортные документы. То есть вы выбираете паспорт, номер паспорта, национальность. Ну, в нашем случае это Латвия. Страна резиденции Латвия. Страна рождения Латвия. Страна выдачи документа Латвия. Дата выдачи паспорта и до какого числа он действительный. И смотрим, есть ли галочка «Completed». Если все есть, значит, переходим к следующей. Emergency Contact Detail. Это говорит о том, что вы должны внести контактную персону, которая не едет с вами в круиз, его имя, степень родства, сын, например, или дочь, или родственник. Здесь необходимо дневной указать телефон, по которому можно связаться, или вечерний. Да, можно дневной, вечерний повторить. И контактный адрес. И здесь тоже появится edit, что completed, да, тогда вы запомните, у вас будет внесена эта информация. После того, как заполнены персональные детали, вам нужно перейти вот к Health Declaration Form.
И как раз здесь эта информация должна быть свежая на момент отправления вашей круиза. Да? То есть это буквально откроется, как здесь написано, 3 дня до отправления. Почему так делается? Потому что вы должны указать состояние здоровья на день, когда вы поедете уже в свой круиз. То есть это вам будет доступно за 2 дня до и закроется 1 день до посадки. Вот вам нужно обязательно в этот период времени запомнить вот эту Health Declaration Form. Когда все это будет у вас оформлено, все необходимые данные внесены, тогда у вас будет возможность перейти и распечатать ваши билеты. Где их распечатать? Вот здесь Print Air Tickets и Print Luggage Labels. Это то, что именно необходимо при посадке. Хорошего вам путешествия и желаем вам как можно чаще отправляться в ваши круизы. Спасибо.